стринги. Сергей, город Ипатово, его оппонент Джонни, город Черкесск. Аплодисменты! Бойцы примериваются друг к другу, прощупывают почву, дергают друг друга. Проход. И вот опять, теперь инициатива другого бойца, Джонни в атакующей позиции. Следующая пара готовится. Ильенко Алексей, Малиновский Виктор. Давай, Джонни! Молодец! Итак, получилось, получался на секундочку, ну что, бой продолжается. Стрелка нет, времени нет, бой до победы. Накал страстей, да, все, третий бой держит напряжение, такой затяжной. Инициатива переходит от одного бойца к другому. Секунданты, помогайте, помогайте своим бойцам, подсказывайте, что делать. Секунданты. И тишина гробовая воцарилась. Стойка! Возврат стойку по решению рефери. Я опять обращаюсь с просьбой, кто делает эфиры, приглашайте на турнир сейчас своих друзей и знакомых. Впереди еще очень много интересных боев. Зачем смотреть это онлайн, когда можно прийти увидеть все вживую? Ну, то, что хочется, а чтобы девчонки могли двигаться, медики могли из гаража выходить тоже. Успевайте. Итак, победу во втором бою подряд одержал боец
и синего у Марины Сергея Бондайбатова. Парни, ну подойдите ко мне, скажите, может, пару слов. Сережа, третий раз? Нет? Да я шучу, парни, ну скажите пару слов, пока не тут вас видали, Сережа. Парни, молодцы, красавчик. Бразильское джиу-джитсу и много смешки. Приезжаю сюда второй раз уже. Отличным интересом. Ребята все хорошие. Щены обидели. Напсосим. Мустафа. Оставь место, время может быть. Потом, конечно. Парень хочет выпить шипе еще третий раз, это заслуга ваших аплодисментов. Мустафа Махов, если ты здесь и готов выскочить, то Серега ждет тебя в ринге у нас.